друзья, мы вчера приехали в Республику Алтай, расположились на хорошей базе на берегу Катуни. Здесь у нас такая красотища, костровище. Приехали поздно вечером, поэтому как бы ничего не было. Сегодня утро. Проснулись, спали вот в такой палаточке. Все замечательно. Там дальше у нас еще машины стоят. Тоже приехали все поздно. Вот. Такое место замечательное. На берегу есть пляжи песчаные. Но мы сегодня днем туда не пойдем. Мы хотим поехать вверх по реке Катунь. Посмотреть водопады, полюбоваться Катунью и вообще отдохнуть. Друзья, вот недалеко отъехали от Чимала. Ну просто грех было не остановиться на этом бомчике и полюбоваться нашей Катунью. Июнь месяц, а вода уже кажется, что она бирюзового цвета. Она такая чистая. Ну, конечно, не совсем бирюзовая, то, что она как бы осенью такая бывает бирюзовая. Но уже у нее почти бирюзовый цвет. Не знаю, как это передаст камера. Но это видно глазом, это вообще, это нечто что-то. Июнь месяц. Вот моя любимая тоже хочет запечатлеть красоту Катуни. И мы хотим сегодня проехать кверху по Катуни, доехать до Еланды, потом до Арактойского моста, потом до Куюса и выше на водопады. Мы были давно там на этих водопадах, я даже не помню, как они называются. Проехали в деревню Еланда, остановились вот в этом месте. Здесь в 90-е годы хотели строить Катунскую ГЭС. Вот уже залиты блоки тут. Как бы строительство начиналось, но потом экологи и прочие запретили стройку. Вот эта вот скала должна быть опорой для Катунской ГЭС. И вот эта вот вся пойма и вверх на 70 километров уже была должна быть затоплена, если бы ГЭС бы существовала. Но так как строительство прекратилось, стройка вся встала, и Катунь бежит в своем русле. Эти вот шурфы бурили, когда хотели строить ГЭС. Не знаю, для чего они были нужны, но как бы пробурены они туда, ну, метров на 20, наверное. Тут теперь коровы живут. Вот такой шурф в скале пробуренный. Сила Катуни. Такие камни, перекат. Очень большой слив воды. Июнь месяц. Поэтому перекаты проходят на рафтах, когда проходит сплав. Здесь в Катунь впадает небольшая речушка, название ее Бийка. Посмотрите, какая вода в Катуни, какая в этой речушке. Видно шлейф чистой воды, и вон там, он за поворотом, она уже сливается с Катуни.
Вот остановились на такой чистой речушке. Вода вообще светленькая. Но наша цель сегодня водопад. Чистая вода. Горная. Ну, наконец-то мы добрались до этого водопада. Дорога вообще пипец. Тут так узко, мостик. Сейчас дойду, покажу. Вот машины наши в притирочку стоят. Тут даже уже, по-моему, не разъедутся. Вот он, водопад. Белкиртуйук. Высота 29 метров. И вот он сам. Красавец. Я пошел туда. Ой, здесь так прохладно будет. Вообще обалденно. Вот такой каскад. Движемся по речке вверх. Тут такие классные затишки, водопадики. Вода шумит. Тушек у меня идет, поднимается медленно в гору. Купались в горной речке, водичка прохладненькая. Ксюша, как восторг! Мощный поток воды, мощный слив. Наша красавица Катунь.